Перед началом просмотра прошу поставить лайк и подписаться на канал. Самочувствие Алисы Аршавиной продолжает ухудшаться. В новом интервью женщина призналась, что общественность не в курсе о половине ее проблем. Неудачи продолжают преследовать Алису Аршавину. После развода с Андреем Аршавиным у женщины начались проблемы со здоровьем. Из-за аутоиммунного некроза ее внешность сильно изменилась. Несколько месяцев назад Алиса была на грани жизни и смерти, но врачи смогли ее спасти. Теперь же Аршавина призналась, что люди не в курсе всего, что произошло с ней за последнее время. «У меня ноги перевязаны, лица нет, а живот разрезан вдоль. Но наступило время, когда я могу рассказать свою историю», призналась Аршавина в интервью Сурену Кадраманову для его YouTube-проекта «Лучше, правду». Алиса рассказала и про то, как разваливался ее брак с Андреем Аршавиным, и про отношения к Юлии Барановской. Напомним, что когда-то футболист ушел от Юлии ради нового романа, бросив ее с тремя детьми. Алиса не имеет ничего против телеведущей, но и общаться с ней она не собирается. «А зачем мне встречаться с ней? Просто из-за того, что ее бывший поступил со мной так же, как и с ней», поинтересовалась Аршавина. Сейчас женщина продолжает борьбу за жизнь и здоровье ради детей. Алиса воспитывает дочь от Аршавина, а также двух наследников от предыдущих отношений. Недавно суд принял решение о выселении многодетной матери из дома, в котором она жила. По документам данная недвижимость принадлежит родительнице футболиста. Теперь Алиса переживает, что они с детьми окажутся на улице. Все эти проблемы заставили женщину опустить руки. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите комментарии.